Межрегиональные связи – инструмент экономического роста. Мы все ощущаем и знаем и понимаем, что Россия сильна регионами. Каковы перспективы взаимодействия Крыма и Чувашии? Все, что есть лучшее, то есть методики, наработки, все вы предоставляете. Ну, со своей стороны стараемся отвечать тем же. Как власти регионов развивают экономику и реализуют прорывные проекты? Что может помочь преодолеть глобальные вызовы? Подробности с полей Ялтинского инвестиционного форума. Смотрите очередной выпуск программы «Экономика в деталях» 14 мая в 20:30.